Так, здравствуйте, дорогие интернет-зрители. С вами снова Скудер, он же уставший моряк. Это сейчас вид был с самого носа корабля. Так называемая бульба, рассекающая воды безбрежных морей. В общем, сейчас мы находимся где-то возле Вьетнама, и вот эту вот картину наблюдаем уже 8 дней. Жарища стоит страшная. Вот вы видели, как я выгляжу. Это все сделано ради того, чтобы спрятаться от палящего солнца. Вот, иначе 10 минут и сгораешь просто напрочь. То есть проще от жары потеть, чем вот на солнце сгорать. То есть работаем вот. Сначала все обрадовались, повыскакивали в майках, но потом все больше и больше стали одеваться, потому что очень-очень жарко. У меня уши сгорели, они как вареники сейчас. Так, это я вот вам сейчас показываю. Ну, по сути, это вот все наше судно с бака и до настройки. Это вот трюм зелененький, видно там вот. Сейчас. Это у нас второй штурман там стоит. Он же ревизор. А вот там на крыле старпом. Вот. Это трюм. Крышки открываются у нас. И туда нам будут в Сингапуре грузить какие-то, как я уже говорил, фельдеперсовые трубы. Вот. Это краны наши. Сегодня, кстати, вот красили бак. Это мои тут художества. Зеленый цвет. Сейчас практически как новый. Вот. Все тут закатывали. Якорь-цепь вот белый цвет покрасили. Ну прям. Чтобы не упасть в грязь лицом перед сингапурцами. Вот. Так, ну, возможности склеивать видео у меня нет, как я говорил, поэтому буду все снимать одним кадром. Сейчас пойдем дальше. Так, это я не туда пошел. Давайте-ка здесь не будем идти, здесь свеже окрашено. Здесь уже подсохло, пойдем с этой стороны. Это вот лючина, это там якорь-цепь туда складывается, в общем, когда якорь выбираем, мы туда спускаемся и якорь-цепь складываем, раскладываем в ящики цепные. Так, ревизор идет к нам. Сюда вот в карман складываются крышки трюмные, когда трюм открываем. Они как бы на две половины делятся. Носовая часть складывается вот сюда, а кормовая туда. Во-во-во, помаши ручкой маме. Уже все прям готовы к Сингапуру, ходят он в трусах, но мы еще дойдем до этого места. Так, чтобы под кранами тут не лазить, мы по этому борту не пойдем. Потому что по левому борту у нас, видите, краны. И нагибаться лень. Пойдем лучше вот сюда. Сейчас мы, опа, вот так вот пролезем. Так, это крышка в подшкиперскую. Вот она сама, лючина туда. Туда мы тоже не будем спускаться. Там, короче, очень жарко и душно. Ну, там всякие штуки лежат у нас, очень дорогие, боцманские вещи. Он каждый вечер туда спускается, все пересчитывает. Не дай бог, у него ничего не сперли. Так, вот у нас это правый борт, тут почище. Кстати, я фотографии выкладывал у себя на странице.
когда мы зимой еще ходили, тут все у нас, весь этот борт был обледенелый. Ну, его обычно заливает. Вот. Флагманский пароход. Ерофей Хабаров, ракетный крейсер, ё-моё. Мчимся со скоростью 10 с лишним узлов. На всех парах. 8 дней уже едем. Ну, говорят, через 2 дня должны прийти. Нам еще на рейде стоять придется неделю в Сингапуре. Потом поставят нас в порт, 2 дня будут грузить, и потом 17 дней обратно будем телепаться. Это вообще кошмар. Опять по этой жарище. Так, ревизор, судя по всему, у нас очень любит сниматься, прям позирует. Так, там старпом тоже показался. Вот Лючинов трюм. Она закрыта сейчас. Там у нас вентиляция включена. Вот даже написано. Что? Да чё джонку? Вот был бы какой-нибудь контейнеровоз на полкилометра. Вот старпом говорит, что будем проходить джонку скоро вьетнамскую. Они нам рыбу предлагали. Так, сейчас я вам покажу очень интересную вещь. Ой, я тут собирал. О, ихтиандр еще один вылез. Стоит, загорает. Вот второй механик наш. Правый мариман. Скажи что-нибудь, Виталя. Ты знаменитым скоро станешь, так что не оплошай. О, привет, молодец. Семье, жене, там всех люблю, скажи. Целую. Смотрите меня на ютубе, скажи. Все. Так, вот здесь вот, короче, мы зверьков держим, диких разных. Это, ну, что-то видно плохо, ё-моё. Вот, это наш такой бассейн. А вон и ихтиандры наши плещутся. Лысые башки! Вот они, две зверюшки. Это в сети нам поймались. Да я видео снимаю. Все, 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 компромат снят. Вот так вот они на Сингапур идут. Да, 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 вот, блядь. Вот. Механик нахрен и второй штурман, ё-моё. Вот, вся вахта там. И сразу компромат в контору, блядь. Там папка есть, видео. Подписка на Сингапур туда же скидывать. Очень крутой. Здесь заплывы устраиваем, соревнования. Вот, когда зверьков нету. Вот по ступенечкам так раз-раз-раз. Тут распорки, видите, все серьезно, все очень серьезно. Лентами обтянуто. Чтобы, так сказать, под натиском чьих-нибудь телесов ничего не рассыпалось. Вот так вот. И живем. Тяжкая, в общем, жизнь у моряка. Тяжкая. Так, ладно, пойдем дальше. Здесь перелазить не будем. Так, еще раз, Виталий Сергеевич. Всем привет. Все, всем привет. Под ноги, да. Смотрите, аккуратно будьте. Да, хорошо, соблюдайте хорошо. Технику безопасности. Вот он всегда беспокоится о всех. Молодец. Так. Идем дальше. Собственно, это уже близко корма наша. Так, вот там это у нас. Ой. Это корма. Только что шумело, это что-то там из машины. Там механики сидят, там страшно, шумно. Ох, не знаю, вообще слышно сейчас мой голос или нет. Снимаю, кстати, на телефон судовой, на казенное имущество. Так, ну вот, собственно говоря, корма. Ну, здесь еще не красили, тут все облезлое, облупленное. Вот это вот 3 месяца после ремонта уже все такое потертое. Здесь вот обычно
самые главные вещи происходят на этом столе, то есть шашлычки и все такое. Ну то есть самая тяжелая вся работа происходит вот здесь. Это у нас управление межгалактическими ракетами здесь происходит. Вот сейчас как-то ракурс надо взять. Вот шпиль. Так вот, если за эту штучку дернуть, вот он начинает крутиться. Вот таким образом происходит управление кораблем. Собственно говоря, на вот этот пультик все и завязано. Не, на самом деле это шпиль, это концы подтягивать, когда швартуемся. Вот, ну сейчас он не нужен. Это вот у нас наверх пошел трап. Там можно на мостик забраться, откуда вот как раз таки управление происходит. Так, а это у нас камбус. А это межгалактический порт. Это межгалактический порт, да, тетя Лена. Вот. Тут все происходит, таинство как бы. Какие таинства? Какие? Без вас все бы нахрен бы село и никто бы не работал. Вообще, питание, режим питания нарушать нельзя. Ни в коем разе. Можете передать привет кому-нибудь? Потому что вас увидит вся страна. Я тебя просто убью. Не, ну дочка у вас есть, можете ей ручкой помахать. Да не серьезно, я вообще не знаю, что меня кто-либо видел на работе. Никто не знает. Ты знаешь, меня могут и узнать. Так, ну вот, собственно говоря, ладно. Тут это все тайное, все совершенно секретное. Долго мы не будем снимать. Ладно, все, уходим, не будем мешаться. Так, тут я голоса слышал. Ага, вот они вдвоем сидят. Ну-ка лицом в камеру. Что надо? Так, это дядя Боцман. Чё надо? Дядя это Саша. Да. А потом говорит, селфи. Говорит, так, только это без матов, потому что это видео пойдет. В госслужбы некоторые. А это серьезный третий механик сидит. А улыбаться можно? Нельзя. Нужно очень серьезно быть. Ну вот, вот, вот. Ну, постоянно ржет, улыбается. Ну, голову уже напекло, как бы все готов. Не, он у нас хороший. Добрый дракончик. Когда спит. Когда спит, да. Да, зубами к стенке. О! Сережа улыбнулся! Воду видал, землю, наверное. Да. Говорили, тут джонка должна проплывать. Нет? Нету. Вьетнамская. А, вон видно. Не знаю, вам видно будет или нет. Ну, в общем, вот это вот размазанное пиксельное пятно, это вьетнамская джонка, вон даже видно рыбу там, да, они вон уже руками машут нам, чтобы мы... Хорошо, что трусами. Может и трусами, черт его знает. Ну, вот так. Сергей, дай-ка я вовнутрь запрыгну. Ну, вот так, не дают посидеть, скажи. Так, вот это мы внутрях нашего, ну так скажем, жилого помещения. Так, это вот каюты. Сколько у нас тут на этаже? 4 штуки, 4 каюты. Живем по двое. Вот, сейчас это вот столовая. Столовой пусто, как ни странно. Хотя обычно тут в столовой все самое интересное происходит. Лучше этого не видеть. Вот у нас тут телевизор есть, постоянно включенный. Постоянно кто-то что-то смотрит. Но сейчас в основном смотрим «Игры престолов». О, яблочки. Конфетки. Ну, в общем, полный набор. Межгалактический титан. Вот, ладно. Уходим отсюда. А то тетя Лена будет ругаться. Так, сейчас в каюту зайдем. О, тут Олег уже помылся, небось? Нет, что там? Нет? Сзади-то было. Да у нас все время там занято.
кабинет, он же гальюн, он же туалет. Все время занят, он все время кто-то сидит, блин. 10 человек экипаж. Вот в каюте вообще ништяк у нас. Вот кондишка, она даже работает. Вентилятор, и в каюте хоть как-то еще можно, ну, как бы находиться и не истекать потом и кровью, точнее потом и потом. Так, это мой фотоаппарат. Эх, плохо ноутбук сейчас не работает. Показал бы я вам, что я в Гран-Туризмо наконец-таки заработал. Nissan Nismo 400R. Так, ладно, уходит. Так, ну что, давайте, наверное, поднимемся на мостик через улицу. И на этом закончим нашу экскурсию. Она, конечно, получилась достаточно сумбурной. Я не готовился, вы уж меня простите. Так, вот наши швартовые концы тут сложены. Кто-то их сложил, неизвестно кто. Это вот плотики, если не дай бог что, то они на воду спускаются, и в них мы отчаливаем. А это наша лодка, мы на ней рыбачим, русалок ловим, чтобы как раз вот в тот бассейн поселять их. Так, вот мы на самом верху, ну практически на самом верху, еще выше есть верхний мостик, но там страшно и неинтересно. А это мост. Отсюда происходит управление межгалактическим кораблем. Так, сейчас как раз вахта Старпома. Он там делает вид, что работает. Да, а то мы, чтоб не заблудились, он должен все время смотреть в карты, зрить в корень. Спасибо. О, тут карты Малайзии, смотрю. Сингапур, кстати, уже Сингапур. Где мы сейчас находимся? Мы скажите сейчас находимся нам. Уже проходим, так скажем, мы проходим Вьетнам, уже прошли, сейчас проходим Камбоджу. А, ну вот, значит, Вьетнам мы все-таки прошли, да, но сейчас, джонки нет, эти еще встречаются. Вон они, вон они прям. Да, да, я снимал их уже. Прошли, мы прошли уже, прошли. Сейчас покажите на большой карте. Хорошо. Вот, считай, мы находимся уже в данный момент. Так, 12-16. Вот мы прошли уже. Мы находимся сейчас, подходим к 8 градусу по широте. Во, ребята, видите, 8 градус, мы уже возле экватора. Да, возле экватора. А будем мы вообще вот на первом градусе, да? Камбоджу прошли, да, будем на первом градусе. Эх, чуть-чуть нам не хватит до экватора буквально. Столбы, чтобы... столбы не увидите. Там действительно стоят столбы пограничные, написано экватор. Но мы их не увидим, к сожалению. Так, ну тут. Ну давайте покажу. На большом глобусе. Так. Блин, светит прямо солнце в камеру. Плохо очень видно. Сейчас поближе. Ага, во, вот так видно. Надеюсь, вам тоже будет видно. Так, ну это масштаб поменьше, ага. Вот. Вот красная линия, это прочерчена траектория нашего движения. Вот она. Вот от Пусана. Вот весь Пусан начинается, и погнали. Вот, вот отсюда мы стартанули. И напрямую пошли. Ехали. Точнее, вот даже едем еще. И приедем вот сюда, вот ориентировочно. Эх, не может он, блин, почему? Настроиться. Почему? Вот мы сюда поедем, в Сингапур. Да. Вот сюда вот мы приедем. Вот он, Сингапур. Ребята, в Сингапуре у нас что проходит? Гран-при Формулы 1. И мы там будем. Но, к сожалению, мы будем там весной. А гран-при проходит осенью. Да, ничего. Очень жарко. Да, там всегда жарко. Вот вы видели, в каком я виде. Вот, видишь, Сингапур написано. О,
Вот, собственно, туда переедем. Через два дня, да? Где-то да, через два. Завтра, послезавтра вечером будем уже вот на входе вот здесь вот где-то будем. Вот, и нам еще на рейде там торчать. Неделю. Почти неделю, не да. Не почти, а неделю. Неделю. До 17 вот. Вечера. А потом сколько нам назад еще телепать? 17 суток с половиной. Кошмарики. В общем, негром вернусь назад. Не узнаете меня. Конечно. А почему? Загораешься. Как ты загораешь, а ты вообще не загоришь. Да ну его нафиг такие загары. Страшно аж. Почему? Уже прихватился, но видишь, что уходит должен. Понимаешь? У меня уши как вареники. Вот с мостика видно почти весь пароход. Вот мы с вами экскурсию начали вон оттуда с бака. И потихонечку. Да-да-да. Потихонечку дошли вот до пульта управления. Ну, сейчас мы едем на автомате. Вот руль, собственно говоря. Но он пароход современный очень. У него весь на автоматике, поэтому. Ну, эти три буквы никто не знает. Ну, ВРШ – это винт регулируемого шага, но… Конечно. Так, ну что же, давайте-ка мы на этом закончим. Вот снова моя рожа. Вот такой вот я. Надеюсь, я таким и останусь. Вот борода, видите, какая уже? Вот. Я пообещал, что не буду бриться весь рейс, так что в июне приду. Вот посмотрим, какая у меня борода вырастет за это время. Меня тут маджахедом уже называют, да, это точно. Вот еще вот с этой вот… Я еще больше на него похож. Ладно, все, всем пока. С вами был, как всегда, Скудер. Увидимся. Надеюсь, скоро. Все, пока-пока. Увидимся в следующих.